В этом видео на канале Ретро Ремонт небольшой обзор, ну и маленький будет ремонт телефона Nokia 6030. Телефончик уже старенький, ретро телефон, сделан в далеком 2005 году. Ну, тогда, когда он появился в магазинах, цена его была $150. Сейчас, я думаю, еще за $3 кому-то на работу на сайтах БУ техники еще продать можно. Итак, по традиции, параметры, характеристики, краткие телефона. Стандарт SIM900, 1800, вес 90 грамм телефончика. Экранчик 65536 цветов, 128 на 128. Часы был, в телефоне были этом. Будильник, калькулятор, календарь. Полифония 16 голосов. Сообщение SMS, MMS, MMS. Телефонная книга на 300 ячеек. Плюс на сим-карте можно было записывать телефоны. И игры еще были. ВАП, ГПРС, Ява, ФМ-радио и память 3 мегабайта. Вот, в принципе, простенький такой бюджетненький телефон, хотя цена $150, понятно, что не маленькая. Но это был 2005 год. Что в телефону, телефончик, все как бы работает, но есть один нюанс. При включении, сейчас я покажу, включается вот здесь вверху кнопочка телефончика. Вот эта кнопка. В принципе, больше ничего нету. Здесь на толстую разрядку круглую. Зарядку точнее. И что тут было? Больше ничего не было. Это для наушников. Так, включаем. Видим, телефончик работает, но здесь есть вот такие на дисплее линии. Вот. Маленькие, большие. Сейчас поближе покажу. Так, в принципе, все срабатывает. Кнопочки обычные. И еще 4 вот такие, как бы плоские. Вот такой псевдо джойстик. Ну, вот эти линии. Почему-то пошло выжигание дисплея. Сейчас мы это поменяем. Дисплейчик я нашел уже. Вот такой тоже бэушный, но другого похожего телефона. Так, открываем, меняем. Открывается, вот здесь была еще такая защелка. Здесь даже две какие-то такие стрелочки. Фирма Nokia сделала, типа открывать вот так. Это все здесь грязное, наверное, попала вода и было выжигание. Эта крышечка снималась сначала, потом, по идее, должна вот это сниматься. И, как мы видим, эти два винтика ржавые. То есть попадала, видать, человек звонил во время разговора, попала вода. И пошло короткое и выжигание дисплея. Если там ничего не повредилось, то, думаю, сейчас просто простая замена дисплея, и все это решит нашу проблему. Похожие на эти модели были еще 2610 телефоны, 2626. Практически внутренности одинаковые, даже можно все менять, детали, только дизайн корпуса другой.
Здесь прямо все распадается. Ну, как мы видим, дисплей грязный. Где-то попадала, видать, вода сюда. Через то такие вот приключения с ним произошли. Так, ну это я поправлю. Видать, и под клавиатуру вода попала, потому что клейкая масса ушла. Потому что вот эта подложечка, она на клею. Так, это значит мы откидаем. Ставим запасной. Тоже бэушка, но... И включаем, проверяем. Так, кнопочка вот такая у нас здесь. Ну, как видим, здесь проблем никаких нет. Все заработало. Поменяли только дисплейчики. Все, это проблемы ушли все. Цифры работают. Вот, в принципе, такой простенький сегодня ремонтик. Я думаю, кто увлекается старыми раритетными телефонами, коллекция полезное видео было. На этом все. До новых видео.